Привет, меня зовут Янжима, я музыкант, и это проект «Тверь Тим». Я исполняла балладу матери Мартынова на стихи Дементьева. И когда я готовилась вот к этой песне, это была вообще моя первая самая песня, естественно, в голове ничего такого не было еще. Каждый раз, когда я ее пела, я каждый раз плакала. И понимала, что я что-то делаю не то, а ничего с собой поделать не могла. То есть эмоция, она преобладала. И спустя какое-то время я поняла, в принципе, в чем дело. Когда ты поешь какие-то сложные песни, нельзя давать эмоциям волю. Должны быть чувства. Мы, когда на сцену выходим, каждый раз начинается какая-то новая история. Невозможно отыграть один концерт так, следующий абсолютно так же, как эта химия постоянно происходит у нас на сцене. Есть концерты, которые безумно динамичные. Вот они прям вообще все вот так, люди сходят с ума, мы все сходим с ума, прям это вообще такой сумасшедший вымот. А бывает так, что все дышит, какие-то рассказы, мелодизмы, переходы, спонтанные там импровизации от музыкантов. И в этом тоже такой сумасшедший просто кайф, и людей это тоже так уносит, погружает, и они такие после этого могут быть задумчивые, такие, как все здорово было, у меня депрессия прошла. Ну, такое, они все разные, все уникальные. Это та музыка, которая должна была, наверное, появиться. Там вокал выступает не просто как вокал, а как часть инструментов. Он часто сливается со скрипками, и ты не понимаешь, это скрипка звучит или голос, и мне это нравится. И все это вот в красивых вот этих переливах, ну это очень красиво, это очень красивая просто музыка. Если ты себя воспринимаешь успешным, самодостаточным в том, что ты делаешь, ты успешен. Вот это самое важное, потому что мы все воспитаны так, что мы ориентируемся на мнение. А мнение – это путь в никуда. Поэтому я не хочу ориентироваться ни на чье мнение. Очень сложно начать ориентироваться на себя, но это надо делать. Для меня успех – это вопрос очень такой сакральный, наверное. Успех – это не то, что тебя печатают где-то или показывают. Для меня успех в развитии моего голоса. А мой голос – это моя уверенность в себе.